And I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. You have the floor, madam. Благодарю вас, госпожа председатель. Россия заинтересована в укреплении эффективности и результативности работы системы развития ООН. Исходим из того, что четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в сфере оперативной деятельности является ключевым механизмом, определяющим основные параметры и характеристики оперативной деятельности. Рассчитываем принимать активное участие в согласовании следующего обзора в 2020 году. Госпожа председатель, мы поддерживаем усилия руководства ООН по проведению реформы системы развития. Этот процесс должен быть максимально прозрачным и инклюзивным, исходить из интересов государств-членов. Считаем, в частности, что страновые команды и программы должны формироваться исключительно в соответствии и на основе потребностей страны пребывания в содействии развитию. Придаем важное значение эффективности работы новой системы резидентов-координаторов. Убеждены, что результативность работы ООНовских офисов в программных странах во многом будет зависеть от налаженного взаимодействия между резидентом-координатором как со всеми членами страновой команды, так и с принимающим государством. При этом важную роль играет сохранение баланса между координирующей ролью резидентов-координаторов на страновом уровне и их контролем за деятельностью отдельных агентств и фондов. Исходим из того, что агентства должны сохранять свободу действий при выстраивании доверительного диалога по профильным вопросам напрямую с правительствами принимающих государств. Госпожа председатель, в контексте реформы много говорится о необходимости повышения отдачи от работы системы развития, в частности, от деятельности оперативных фондов и программ. Поддерживаем такие устремления. При этом каждое агентство должно придерживаться своего профильного мандата. Переход от оказания гуманитарной помощи к развитию должен быть максимально быстрым и плавным. Заинтересованы в получении больше информации о параметрах работы недавно созданного совместного комитета по продвижению гуманитарной деятельности и содействию развитию. Напоминаем о просьбе провести отдельный брифинг по этому вопросу. Госпожа председатель, перспективный элемент оперативной деятельности в целях развития – это поддержка сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Приветствуем проведение в марте в Буэнос-Айресе второй конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг. Итоговый документ, принятый на этой этапной встрече, призван способствовать дальнейшему внедрению данных моделей взаимодействия в работу организации. Отмечаем усилия управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг по подготовке соответствующей общесистемной стратегии для повышения эффективности и согласованности оперативной деятельности на этом треке. Со своей стороны, поддерживаем базовые принципы сотрудничества Юг-Юг, включая уважение национального суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Мы проявляем интерес к трехстороннему сотрудничеству, что отражено в концепции государственной политики России в сфере содействия международному развитию. Примером участия нашей страны в подобной работе могут служить проекты по укреплению потенциала наших партнеров из числа стран Центральной Азии и Закавказья, реализуемые в том числе за счет Трастового фонда России ПРООН и по линии Всемирной продовольственной программы ООН. В целом удовлетворены уровнем сотрудничества с организациями системы развития. Финансируемые Россией проекты по линии фондов и программ традиционно заслуживают положительную оценку стран-партнеров. Надеемся на дальнейшее расширение нашего взаимодействия с системой в интересах государств-партнеров и с целью создания условий для достижения ими повестки 2030. Благодарю вас. I thank you, madam, for your statement.